Что для вас важно в этом вопросе? Что бы вы хотели для себя открыть? Вопросы. В вопросе построения персональной стратегии и постановки целей. Знаете, начался завтрак, я как-то почувствовала, что, наверное, я потеряю время. Дальше продолжала слушать спикера и понимала, что, оказывается, для меня, может быть, не постановка моей собственной цели сегодня важна, а поскольку я работаю с социумом, у меня очень много слушателей, которые приходят ко мне с вопросом, а у них полный разброд, и никогда вообще в жизни не ставили цели. То вот сегодня, выслушав спикера, я понимаю, что я набралась базы, и я сегодня дальше людям буду помогать выставлять их цели, потому что те цели, которые поставила я, они абсолютно неповторимы. У меня девиз по жизни – ставьте высокие цели, пусть стоят, зато красиво. Вот у меня они стоят. Многим людям нужно просто помочь поставить цели, неважно, как он к ним пойдет, а многим нужно даже вот подсказать, послушай меня, по дороге к цели. Вопрос ценностей, который мы сегодня тоже коснулись, насколько он важен для вас, насколько ценности, стратегии и цели соответствуют вашим ценностям? Вот является ли это базовым для того, чтобы строить? Огромное количество. Правильно, про трансляцию. Я ретранслятор. 100% людей, слушателей, которые приходят ко мне с вопросом, не знают об этих четырех составляющих. Поэтому я это второй момент, который я буду проговаривать своим слушателям. Ребята, давайте вот реально смотреть. Потому что, живя на Земле, люди живут в полном отрыве сегодня от реалий, в котором они реально находятся и могут на него влиять. Спасибо большое.